Дай взгляну на товары. А ты грозно выглядишь. Мне пора. Удачи. До встречи, мой друг. Эйвор, я рада тебя видеть. О, кажется, будто прошли годы. Здравствуй, Валка. Тебе здесь всегда рады. Как ты? Все хорошо. Я в этом мире. А
Твоя мать? Она, наконец, обрела покой. И будет странствовать по миру, зримому лишь во сне. Мы можем лишь мечтать о подобном. Верно. Ну же. Как прошло путешествие? Волнующе. Ветер и волны благоволили нам всю дорогу. Мы летели, как птицы. А как ты? Несмотря на суровый вид, блеск в твоих глазах согревает мой дух. Может, это надежда? Наше поселение растет, люди счастливы, и я ожидаю большего. А видения? Порой приходят. Но не стоит об этом. Позволь мне помочь с вещами. Сюда. Мы нашли для тебя место у подножья холма. Каждый час нашего пути я пыталась призвать видение этого края. И получилось? Я узрела деревья, воды и холмы. Но не ожидала, что здесь так зелено. Чудесный успокаивающий цвет. Бальзам после долгих дней в море. Боги, что тебя привело? Надеюсь, поселение не проклято? Ха, нет, разве что в кузнецах тут у вас какой-то уволень. Не часто удается ощутить себя дома, только что переплыв в море. Это сильное место. Живое. Ты предвидишь для нас величие? Предвиденье ни при чем. Это голос сердца. Неужто, Валка? Что ты добиралась так долго? Я лишь хотела убедиться, что здесь все в порядке. Поговорим, как обустроюсь, Ранви. У меня уже руки отваливаются. Что это? Самые тяжелые запасы. Свинец, кость кита, золото. Вот и правильно. Пусть он, наконец, потрудится. Ты многих привел сюда, чтобы начать новую жизнь на чужих берегах. Скажи, ты доволен? Пожалуй. Я рад тому, что смог построить, и тем, кого защищаю. Ты говоришь о себе прежде прочих. Возможно, открывая больше, чем хотелось. Сальве, Эйвер. От Мелиора. Здравствуй. А кто это такой? Без понятия. Поселение явно растет. Смотри, твой новый дом совсем близко. Расскажи о своих видениях. Они почти те же. Изменилось лишь то, как ясно я вижу. Видения все больше напоминают воспоминания, а не просто сны. Всеотец все так же является тебе? Да, временами. И говорит со мной, но это даже звучит безумно. Понимаю. Спасибо тебе. Поставь все там. Мы на месте. Тут славно, как ты и обещал. Дай мне только устроиться, и мы вновь начнем говорить о твоих видениях. Валка, не стоит. Эйвор, это великий дар. Тебя коснулись боги. Прошу, дай мне помочь. Я знаю, как прояснить твои видения. С помощью одного зелья мы можем открыть твой ум миру богов. Если хочешь, я сам позабочусь о твоем доме. Но на это нужно время. Превосходно. Спасибо тебе, Эйвор. Не за что. Добро пожаловать.
Приветствую, Эйвор. Напомни, чем ты тут занимаешься? Да будешь на охоте какую-нибудь дичь, приноси сюда. Найдешь что-то очень редкое, буду рад купить. Мне пора, увидимся. Хорошей охоты. Здравствуй, Петра. А, это ты. Да, ты права. Я пойду с вами. Отлично. Не стоит недооценивать волчью стаю. Идем же. Сюда. Я видела, как они рыскали на холме. Иди, я за тобой. Поселение у нас хорошо расположено. Тут красиво и много прекрасной дичи. Но и волков хватает. Может, из-за этого Рагнарсены и ушли? Люди нарушили равновесие, и природа теперь мстит. Нападая на нас? Волки сделают все, чтобы выжить. Их потревожили, и они пришли к нам. Идем сюда. Крошки и корки. Видно, они что-то стащили у Тарбена или с чего-то стола. Ты отсюда все разглядела? На земле их сложно не заметить. Вон, видишь? Эй, сюда. Чуешь? Волк-самец. Пометил территорию, чтобы отвадить соперников. Как ты узнала, что это самец? Запах особенный. Не ошибешься. Как ты научилась мастерству следопыта? Вся моя семья жила охотой. Я родом с Востока. Ты верно и не знаешь о тех землях. Но большую часть жизни я провела в Англии. И Воллес тоже отсюда. Вы похожи на нас с Сигурдом. Семья не по крови, но по духу. Да. Между прочим, Воллеса мы нашли в лесу. Его бросили еще младенцем, а мы приютили. Глянь, тут волки убили добычу, они рядом. Так-так. Думаю, они утащили бедного зверя. Мы близко. А, видишь следы зубов на туше? Они другие. Тут целая стая, не один волк. Верно. Пойдем дальше. Итак, вы нашли Воллеса в лесу? Да, мы были в лесу, и я заметила впереди белого оленя. Побежала за ним, надеясь завалить, но отстала. Потом вышла на поляну, а там лежал малыш. Наш Воллес. Один-одинешенек. Ага, смотри-ка, вон там, в траве. Там кто-то спал. Вот это да, Петра. Ну и талант у тебя. Это так, пустяки. Так ты встретила оленя, и он привел к Воллесу? Да-да, будто судьба вмешалась. Мы приютили его и выходили. Я сама тогда была еще ребенком. И с того дня нас воспитывали, как брата и сестру. Свежие туши. Волки уже так близко, что верно слышат нас. Думаю, убежали недавно. Думаю, там наши волки. Эй, ты! Спрячься! Эй, вы, со мной, пора с ними покончить.
Я буду рядом. Все, никого не осталось. О, спасибо. Спасибо вам от всей души. Ты цел? Это были твои овцы? Да чтоб их. Последнее, что у меня осталось. Бедняжек было не спасти. Коров я давно потерял. Теперь и овец нет. Иисусе, что я за скотовод? Сочувствую тебе. Но волки мертвы, можешь жить спокойно. Разве только с Божьей помощью? Но я постараюсь. Ты хотя бы остался жив. Значит, можешь начать все снова. Эйвор, стой. Я что-то слышала. Что? О, вот это облегчение! Феликс, Розмари! Сладкие мои, вы живы! Сюда, мои ангелочки! Ну и прекрасно. Неплохо, Эйвор. Охотишься ты не хуже, чем дерешься. Дай мне еще пару недель, превзойду и тебя. Вот увидишь. Я буду рада твоим успехам. Славная охота, Петра. Если опять появится опасное зверье, обязательно зови. Сразу же обращусь к тебе, Эйвор. До встречи.
Здравствуй. Доброго дня. Это не важно. Говорить вам надо со мной. Рандви сказала, что вы торговцы. А, здравствуй. Ты глава этого чудного поселения. Мы здесь от имени Тысячи Глаз, торговцев необычными товарами и сокровищами со всех концов света. У нас есть все, что вам нужно, а то, чего нет, вам ни к чему. Ручаюсь в том. Ясно. А это дитя ваше? Дитя? Дитя? Узри! Перед тобой стоит сам мастер Тысячи Глаз, глава нашей гильдии, легенда и герой нашего народа, богатейший купец к западу от Инда, сам Реда. Он о тебе? Верно, брат Волка, рад наконец встретиться с тобой. Кажется, я тебя знаю. Может, встречались в другой жизни, но думаю, у меня просто такое лицо. И чем же мы с тобой можем помочь друг другу? Все просто. За плату я свяжу тебя с купцами, которые торгуют везде, от песков Египта до болот Англии. Что за плата? Зависит от предмета, но есть одна тонкость. Эти купцы принимают только опалы. Интересно. И цвет очень странный. Можно подержать? Не только. Этот опал твой, Эйвор. Дар от Реды за безграничное гостеприимство. Подходи же, посмотри на мои товары. Ничего не берешь? Ладно. Товары меняются каждый день. Рано или поздно что-нибудь присмотришь. Раз мы с тобой теперь друзья, Тысяча Глаз тоже твои друзья. И что это значит? Взгляни на мои одежды и платок. В странствиях тебе не раз повстречаются люди, одетые точно так же. Это мои подручные, мои глаза. У них будут для тебя заказы. Выполнишь? Получишь достойную награду. Возможно, я даже сочту нужным вознаградить тебя сам. Интересное предложение. Вот и славно. А теперь извини, моему ученику нужно ставить шатер. Значит, ты задержишься здесь надолго? О, да. И не благодари. Мы сочтем за честь возможность поселиться здесь. Удачи!
Что ты видишь? Бьорн Кровавый Зуб живет неподалеку. Видимо, это берсерк Бьорн. Я никогда этого не забуду. Ее волосы как водопад. Кто вы? Люди в шкурах медвежьих, волчьих мехах, жаждущие крови. Те, кто кусает щиты, ломает стены, рождается в битве. Скоро, Альфхильд. Скоро. Воин, что дружит с белым медведем. Ты Бьорн Кровавый Зуб. Спроси мертвых, что они говорят? Они говорят, в этом краю оборотням совсем не рады. Они говорят, меня пытались убить. Не впервые. Ты хочешь добиться славы в битве? И спустишь дух, как и все остальные. Битва мне не нужна. Я Эйвор из клана Ворона. И хочу предложить тебе место за нашим столом. У меня нет клана. И новый не нужен. Тебе милее жить здесь, со своим медведем? Я жажду отомстить. Тому, кто повесил мою жену, оставил ее тело гнить. Кто же это? Лорд из Мерсии, чье имя слишком мерзко. У него сотни людей, целое войско. Это меня не остановит. Позволь мне помочь. Если хочешь отомстить за жену, ты должен остаться в живых. Я подумаю. Ниаль, накорми мою медведицу. А если Ниаль доверится тебе, может, я соглашусь. Какая ты у нас смирная. Вот оно как. Расскажешь, что едят медведи? Что захотите? Ну-ка, покажи мне. Миска для отвара берсерка. Пахнет мочой и бешеной ягодой. Он уже очень давно в этих краях. Скальды поют, что Бьорн брал... вырастил тебя, как ребенка. Любишь эти цветы? Ниаль, это не еда. Прямо как лето в Норвегии. Такие луга были у зала Хеминга. Ясно, почему Бьорн тебя держит. Озеро. Ты хочешь рыбы? Я помогу. Стрелы с веревкой. Поймаю что-нибудь для Ньяля. Здесь можно наловить вдоволь рыбы.
Ньяль, хочешь рыбы? Держи. Нет ничего лучше свежей рыбы. Угощайся. Черный медведь! И его хозяин! Это же не берсерк! Христа! Убьем их! Смерть мерзкому медведю! Эти люди искали тебя. Может, Бьорн в беде? Славно бьешься, дитя ворона. Они пришли не для того, чтобы покрыть себя славой, одолев великого берсерка. Нет. Это слуги лорда из Мерсии. Моего врага. Убийцы моей жены. Как она погибла? От славы бывают и беды, Эйвор из Ворон. В Норвегии много юных тенов хотели меня убить. И пали. Я устал лить кровь. Мы с Альфхельд приплыли сюда, чтобы начать новую жизнь. Ну, а тебя знали даже здесь. И тот лорд из Мерсии захотел прославиться, убив тебя. Да, верно. И настаивал, чтобы я выпил отвар берсерков перед боем. Я отказался. И он начал требовать, подкупать, насмехаться. А после повесил ее. Альфхельд. Тебе и правда есть за что мстить. Если хочешь сражаться один... Нет. Твои слова мудры. Я хочу умереть не в бою, а лишь после того, как отомщу за жену. Хочу убить его.
помоги мне. Что тебе нужно? Бешеная ягода. Для того, чтобы приготовить отвар берсерка. Я найду ее. И надеюсь, когда все будет кончено, ты примкнешь к нам. Как отыщешь, иди к дереву с висельниками, что к югу от Беодрикворта. Эта ягода растет у кладбищ, а мертвых саксы хоронят у церквей. Бешеная ягода растет на кладбищах. У христиан этих кладбищ много. Покажи мне все. Бешеные ягоды, резкий запах. Это она. Я уже рядом. Все, хватит. Ну и воняет же. Пойду к Бьорну.
Сёнин, укажи путь. Бьёрн здесь, как и сказал. Вот, держи. Славно. Как раз то, что нам нужно для обряда. Уже почти все. Скальды поют, что Один вот так же висел на дереве. Но выжил. Это редкость. Игдрасиль, древо миров. Где висел Один? Где жизнь и смерть едины? Скачи со мной, Эйвор. Сейд ждет нас. Отвар берсерка сложно пить. Он или покажет тебе другой мир, или обратит тебя в зверя. Но что бы ни случилось, отринь страх. Кусает щиты, стены крушит, кто в битве рожден. За что бьетесь вы в шкурах медвежьих? Вы в волчьих мехах, пьющие кровь. Славы хотят те, кто кусает щиты. Стены крушит, кто в битве рожден. Я не раз бывал в шаге от смерти, но такое впервые. А, меня будто по голове пнул йотун. Прекрасно, не правда ли? От твоего отвара в животе буря. Но ты жив. Чувствуешь мощь крови медведя? Что течет по твоим жилам? Да, но ты... Ты был медведем. И все еще чувствую его мощь. Ладно, куда идем? Мерсийцы, что убили мою жену, прячутся в Беодриксфорте. Убьем их всех! Со мной! Ниаль напьется их крови. Покажи, на что способен берсерк! Цалькинд!
сволочь! Умри! Сдохни! Куча навоз! Накину-ка я капюшон. Покажитесь! Ко мне! Ньяль! Бьорн! Thank you.
Бьорн, твой враг повержен. Ты наконец-то отомстил. О, да. Но я хотел бы попросить тебя еще кое о чем. О чем же? Ниаль устала. Я перевяжу ее раны под деревом, где все началось. Прошу, принеси ее любимые цветы. Они... Я знаю. Соберу и принесу их к дереву с висельниками. Держись, дитя. Бьорн с тобой. Я видел любимые цветы Ньяль за деревом с висельниками. Жены. Ясно, почему он бывает тут так часто. Цветы для Ньяль. Принесу их Бьорну, он у дерева. Она здесь, где все началось и закончится. Понимаю. Мою жену повесили на ветвях, закопали у корней. Это печальная доля. Мы с ней заботились о Ньяль. Детей-то своих не было. Теперь и Ньяль мертва. А я жив. Милая Ньяль, ты была рядом в лучшие годы моей жизни. Зачем все кончилось так? Ньяль будет теперь спать у ног всеотца. Да. Верных псов ведь пускают в зал храбрых. Ньяль тоже окажется там. Сальфхельд. Помню, ты предложил мне место в клане. Я готов. Славно. Тебе найдется место в клане и скамья на Дракаре. В пути я буду петь про Альфхельд и Ньяль. Про все их деяния. И кричать их имена в бою. Когда будешь готов, ступай вдоль реки Нин к моему поселению. Мы примем тебя как брата. И я стану берсерком клана Ворона.